Уважаемые жители Приморья, дорогие друзья, совсем скоро наступит Новый год. Это теплый и добрый праздник, любит каждый из нас. Мы ждем его с особым настроением и радостными надеждами. Новый год в нашей стране – это действительно семейный праздник. Мы дарим родным любовь, заботу и внимание. В кругу семьи мы отдыхаем душой, получаем новые силы, вместе мечтаем о будущем и верим в чудеса. Приморцы славятся своими традициями, добротой и гостеприимством. Я надеюсь, что наступающий год вы встречаете в самой теплой атмосфере, в окружении близких. Уходящий год был особенным для каждого из нас. В нем были радости, успехи, встречи и открытия. Мы много работали на благо родного края. Не обошлось и без трудностей, но справляясь с ними, мы приобретаем новый опыт. Он сближает нас и делает сильнее. Сегодня, на пороге нового 2018 года, мы понимаем, только от нас зависит, каким он будет. Нам предстоит немало работы. Мы начали проекты в различных отраслях – в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, в образовании, медицине. Уверен, благодаря нашему твердому приморскому характеру, любви к труду и вере в успех, мы сможем воплотить в жизнь все задуманное, реализовать самые смелые планы. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть сбудутся все наши мечты, воплотятся в жизнь чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом доме царит согласие и любовь. Пусть становятся краше и уютнее наши города и поселки. Мира и процветания нашей общей великой Родине – России и Приморскому краю. Счастья вам, здоровья, благополучия. С праздником, с новым 2018 годом.